Вы посмотрите, где необходимо мебель купить, и одновременно до августовской конференции, пожалуйста, прошу вас, закупите интерактивные доски, где надо мультимедийные установки. Вот у меня Киритлунга попросили, когда открывали центр здоровья в Киритлунге, они попросили мультимедийную установку. Говорят, одна мало на школу, и все хотят с применением мультимедийной установки делать уроки, и не хватает. Вот такие малые, где маленькие населенные пункты, надо им покупать все-таки еще по одной дополнительной мультимедийной установке. Проанализируйте, сколько надо купить ноутбуков для того, чтобы эти интерактивные доски можно было бы разместить и работать. Но в этом году, к 1 сентябрю, Вера Ильинична, мы должны обеспечить все учебные заведения Гагаузии хотя бы по одной интерактивной доске. А потом будем наращивать.